Всем хай! И сегодня мы будем играть в GTA 5. Да! Вот такая прикольная рифма. Я подболел, и поэтому у меня свободное время, чтобы поиграть. Как вы видите, Xbox у меня взломанный, и поэтому, извините, но я не смогу выпускать... Да, я знаю, у меня дофига накачанных игр сюда. Клёво, да? У меня 27 игр тут накачанных, еще плюс другой папки немножечко, там, штук 4. И, короче, смотрите, я могу выпускать по Far Cry, Diablo я не буду, потому что я играю с папой. Да, мы вчера проходили там миссии всякие. Капитан Америка, но я вряд ли, кому будет интересно. Battlefield 4, Assassin Rogue. Дальше у меня есть, конечно же, вот разные там Splinter Cell, Пес 15, Need for Speed Rivals, Marvel, Lego, ну, я не знаю, кому будет, Hitman. GTA 5, всякие там гонки разные, различные. Ну, короче, сегодня мы будем играть в GTA 5. Но в онлайне не смогу сыграть, потому что у меня взломанный Xbox. Еще раз. Если я буду играть... Привет! Если я буду играть в GTA-шку онлайн, меня тупо забанят, потому что у меня он взломанный. Сами видели, да? У меня накачанные игры. Это не диски. Ну, типа диски. У нас есть с вами минут 10-15, я так буду снимать летсплей. И они будут выходить не очень часто, потому что мне надо успевать звуки, всякие шумы удалять. Если меня сейчас будет плохо слышно, знаете, я просто не успел, потому что мне надо делать всякие разные дела. Меня просто, я заболел ужасно, но у меня есть хотя бы время. Сейчас так-то времени у меня нет, потому что у меня очень много уроков. Я буду находить время все-таки для вас и снимать летсплей. Еще у меня были небольшие проблемы с Ютубом из-за того, что мне не давали партнерку очень много. Подождите, что-то у нас камера неровно стоит. Вот так нормально. Короче, мне не давали долго партнерку. Ну, она у меня была, я как бы выкладывала. Потом мне запретили выкладывать на Ютуб. Я офигел просто. Меня это типа, знаете, забанили. Ну, что-то типа того, то, что вы выкладываете порнографию. Значит, YouTube ваши права заморозили. Походу, мне взломали, я так понял, но сейчас у меня ничего такого нету. И мы играем сейчас за Франклина. У меня, кстати, Майкл открыт. Ой, вот. Пока поиграем за Франклина. Ребят, вот сейчас только не... Ой, я уже спалился, да? Сейчас только не говорите, не пишите в чат, что я... Не гнобите меня, что я читер, все такое... Но, простите, да, я знаю, у меня тут дофига всего, у меня есть даже базука, где она, вот она. Так, а здесь у меня что-то было там. А, это на Майнкрафте. Базука у меня одна, потом все равно, потому что я все потратил. Угадать на что? Да, на веселье. А сегодня в GTA-шке 5 мы будем, конечно же, играть за Майкла. Потому что там на нем одна миссия. Короче, есть такая секта в GTA-шке 5. Эдуостком, что-то такое, не помню. Короче, я зашел на этот сайт, там надо было пройти обучение какое-то там, тест. Потом, значит, идти на знак вопросика, что такое. Ладно, потом объясню. Короче, там, знаете, наберите миссия за Майкла, секта в GTA 5. Там будет прохождение, где мы? Мужик там эпично полетел. Чё вы там музыфакаете? Ха-ха, лохи. Привет. Чё, ты драки хочешь? Драки хочешь, да? Ха, побежал, лошок. Эй, а чё я не могу-то выбраться никуда? А, я на стуле стою. Блин. Короче, значит, секта вот у них там. Я там уже загрузился на сайте, значит, дал им всякую эту, прошел. Ну, там, и мне сказали, короче, ждать 24 часа игровых. Я думаю, мы сейчас подождем, я знаю, что поделать можно. И мы, конечно же, отправимся. Вот тут был где-то знак вопроса сейчас, я не помню, где уже. Ну, где-то, короче, тут что такое, здесь было что-то такое. Короче, вот тут типа, тут где-то. Там, где горы, вот. И, короче, там был красный пикап, ну, вы знаете эту миссию. Ну, сегодня мы, наверное, куда мы пойдем? Кстати говоря, это что? А куда не пойдем сейчас? Какие прочие не знаю, хопцы. Мы сейчас отправимся с вами, конечно же, на миссию, которую я сам выдумал. Да, прекрасная миссия, которую я сам выдумал. Короче,
Я нашел старую военную базу. Как, ой, блин, старую. Обычную военную в США там базу, типа. Там дофига танков, и я туда пытался пробираться, но у меня ничего не получилось, естественно. Конечно, там я только поднял автомат, они меня сразу же убили. Так, куда-то я не туда еду, ребят. Простите. Короче, погнали. Значит, путь не близкий. Поэтому поехали. Нам все равно надо ждать. Так, секунду, я там видел что-то. Походу инкассация, да? Там вон. Кого-то надо подвести, да? А, вон там какой-то мужик. Давайте искать приключения там. Привет, мужик. Привет. Чтобы ловить тебе сильные злобы. Что это? Супергерой. Сдохни. Спасибо за $23. Придурок. Короче, дальше едем. Поговорили, знаешь, с каким-то чуваком, супергероем. Я его тупо вырубил. Нафиг надо. Вот. Идем. Значит, так, чем мы с вами займемся? Чика-чика-чика. Ладно, я не поеду на базу, меня там все равно убьют. Надо создавать там какую-нибудь банду себе и ехать туда. Когда я играл друга на консольке, на тоже на Xbox, играл в Ганашка 5 онлайн, мы как раз там эту военную базу ограбили. Мы взяли там у них 3 танка, вертик, наверное, штуки 2, я не помню. И, значит, военные машины. У нас человек 20 было, но умерло человек 10. Поэтому такая вот фигня. Спарта! Кстати, уберем эту метку. Все. Погнали. О, Вайнвуд, погнали. Мне кажется, там что-то есть. Интересная пасхалочка какая-нибудь. Я туда сейчас схожу. Я за Майкла больше, кстати говоря, вещей, чем за... Ой. Попадос, чё? Я так и знал. И теперь где этот Вайнвуд? Теперь найти. Напишите мне, не знаю, скиньте... Здорово! Я в желтой маечке этого... Билайна. Ра-та-та-ра-та-та. Игорь, снимаю. Если будет качество лучше, знаете, я снимаю на iPhone. Реально. Я снимаю на iPhone. Кстати, у меня чехол сейчас на iPhone этого GTA 5.